Всем привет, добро пожаловать на наш канал. Мы сегодня находимся в Бодруме, мы приехали в одно очень красивое место. Мы здесь уже были 2 года назад, и мы решили сюда снова приехать, потому что здесь очень красиво. Да, это давно было, и сейчас я переверну камеру, покажу. Очень сильный ветер, надеюсь, меня слышно. Какие-то домики, это мельница. Здесь вообще невероятно красиво. Тут старые мельницы. Смотрите, их очень много. Сейчас мы у Уры спросим, как называется это место. Это наша подруга, моя, точнее, подруга приехала к нам на один денечек. Все, дошли. Дошли до красоты. Хотели на дрон снимать, но сильный ветер. По-любому не получится. И это вид на район Керембет. Керембет парла сюда. Ну, это пляжи. Ветер ничего, наверное, вообще не слышно. Бодруме, да, если вы идете в Бодруме, сюда нужно обязательно попасть, смотрите, мельницы такие. Ну, все фотографируются, конечно. Наш отель находится вот здесь где-то, а даже дальше, вот там, да, где-то наш отель? В самом конце, вон там наш отель, далеко-далеко. А здесь весь вот Бодрум, центр здесь. Пройду чуть-чуть. Вообще сильный-сильный такой ветер. Не думали, конечно, что так сильно будет. Здесь вроде поспокойнее чуть-чуть. И очень грязно здесь, много стекла. Я знаю, что здесь вечером очень много людей сюда приезжает. На машинах, на мотоциклах. И сидят тут вечерами. А вот вид на крепость, кстати. Тоже классно. Вечером они подсвечиваются. Видите, здесь подсветка. Чего вы там лазите? Разбито. Не да, проводочки там нельзя никакие трогать. Да. Мы уже вниз спускаемся. И, ну, к сожалению, не очень хорошо получилось видео снять, потому что сильный ветер. Ну, так вот чуть-чуть хотя бы. Последние дня 2-3 вот в Бодруме очень сильный ветер. Ну, тут очень красиво. Столько мест всяких, которые можно вот на горку подняться. И прям вид очень классный. А сейчас мы поедем в кафешку какую-нибудь, хотим поужинать, и потом в отель уже вернемся. Мы приехали в центр Бодрума, сейчас здесь тоже сильный ветер. Мы пойдем сейчас кушать, хотим найти какую-нибудь кафешку. Вообще мы в прошлый раз, когда приезжали, кушали, как называется это, кумру? Кумру. Да, кумру. Измир кумру. Измир кумру. Мы гумбетте ели что-то. Да, это типа как... что-то типа шаурмы, хот-дога, даже не знаю, как это объяснить. Давай. Сначала покушаем, потом мороженое. Вот. И мне тогда очень понравилось. Может быть, сейчас тоже это будет вкусно. Не знаю. Либо пойдем в ресторанчик, либо в кафешку. В общем, сейчас что-нибудь выберем. Здесь так людно вообще в это время. Смотрите, какая красота. Народу, конечно, все больше и больше. Можно в таких кафешках, ресторанчиках. Но надо чем-то такое, чтобы еще детей можно было накормить. Кто-то писал, что вот удивляются, как в отеле все включено, умудряются еще в какое-то кафе ехать, кушать, там завтракать или ужинать. Ну, почему бы нет? Почему бы не попробовать какие-нибудь такие блюда, которых нет? Там, например, даже в Анталии или нет в отелях, там, да, ну, что-то интересное, например. Вкусное, необычное. Залазите. Ваша остановка. Нет, 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 не надо. Подписывайтесь на мамин канал. Да, друзья, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новое видео. А вот этот Измир кумру. Ну, это такого типа. Да, вот это вот, мне кажется, очень вкусно. Че, туралым и борда? А, или внутри. Пойдемте внутрь. Давайте внутрь. Пойдемте внутрь, да? Давайте выберем. Ну, я спросила, куда будем садиться. Но я сказал картошку. Нет, Демир, я рядом буду здесь. Ты картошку будешь? Да. Я курочку буду, картошку. Курочку с картошкой будешь? Ну, здесь не только вот эти вот, да, есть. Ладно, сейчас чем-то я берем. Мы решили, сначала мы внутрь сели, потом нам стало там жарко, и мы вышли. Мороженое потом будем, да, сначала сейчас покушаем. Дети, Керем курочку выбрал, Демир пиццу выбрал. Кур, ты что будешь? Не могу сказать, вот это я хочу. Тут большое меню такое вообще, много всего. Ну, тосты не будем есть, Ура, или какие-то специальные? Это специальные тосты. А, особенный какой-то. А вот тоже ты не покушала, это, по-моему, мне кажется. Я вот это буду. Что это? Чадерный дюрюм. Сосис, салям, суджук, кашар, патетис, кореш. Блин, оно все вкусно. Короче, мне что-нибудь самое вкусное, что здесь есть. Демиру гамбургер принесли, он здоровенный просто. Я не съем. Съешь, съешь. Кетчуп сейчас это нальем, да, сюда? А это что такое? Кетчуп, а Керему курочку. А это что такое? Это соус, не надо, поставь его. Чили соус, ты не мучаешь. Это остренький он, да. Вот это наш, это про что я говорил. Тут колбаса, сосиски, сыр. А у тебя то же самое, только в лаваше, да, получается? А, ну, сыр. Ну, у нас тоже такой сыр. Ну, и Ура такая же штука, короче, огромнейшая просто. Вкусная? Мы покушали, решили пройти здесь по набережной, прогуляться чуть-чуть. Дети хотят мороженое, а здесь очень... Опять моя машина тебе нужна. Да, вон это. Машина, говорит, мне нужна такая, мини-купер. Очень много здесь баров, кафешек, ресторанов. Сейчас чем вечерее будет, тем больше еще народу здесь будет. Очень много клубов. Вот кто любит такой молодежный, наверное, отдых, то это... Бодрум, Мармарис, очень такое прям. А вон мороженое, да? Сейчас купим мороженое, здесь прогуляемся еще чуть-чуть и поедем в отель. Нашли мороженое. Да, смотрите, маленькие мороженки. Уже темнеет так быстро. Красивые здесь яхточки. Ага. Такая движуха здесь под вечер, да, вообще прям. Мы здесь днем гуляли, вообще никого нет, пусто, тихо. А вечером столько людей. Натали такая с Керемчиком. за ручку. Натали приехала, кстати, к мужу, он у нее пилот, работает в немецкой авиакомпании, муж у нее турок, и вот она с ним иногда к нему приезжает в города, из которых он летает. Вот сейчас у нее командировка, он из Бодрума летает, и мы ей сказали, чтобы она на один день пораньше приехала, чтобы, ну, у нас в отеле она поживет, на одну ночку остается. Вот. Сами в Анталии они живут. Это для машин, да. Мне очень нравится в Бодруме, что здесь не так жарко. Вот вечером спокойно можно гулять в футболочке, и ты не мокрый идешь, как в Анталии. Здесь очень такая прям хорошая погода. Прям мне супер, короче, нравится. Друзья, спасибо за прогулку с нами. Увидимся с вами в следующем видео. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.